наш собственный дом. Похоже, вы не из этих мест. Да, мы переехали из Нью-Йорка. Кейт! Все, я здесь. Не подглядывай. Давай попробуем еще. Врач говорит, у нас могут быть свои дети. Мы пытались дважды. Оба ребенка не выжили. Ничего себе! Ты только посмотри! Вы что, не в курсе? Предыдущие жильцы. Они же были убиты в этом доме. Дом на крови. Сейчас бы еще бутылку. Смотри, это подлинник Ван Гога. Где ты все это взял? Комната исполняет желание. Загадай что угодно. Хочу миллион долларов. Как это работает? Какая разница? Наслаждайся. Самый опасный не тот, кто не может получить, что хочет, а тот, кто может получить что угодно. Уезжайте из этого дома, пока не поздно. Где новое колье? Всегда могу получить еще одно. И еще. И еще. Да что с тобой такое? Я выбрала короткий путь. Нельзя было просить комнату о ребенке. Но он же не вещь. Таково правил. Созданная комната не может покидать дом. Я против этого. Тебя здесь никто не держит. Я хочу быть с вами всегда. Ты его боишься? Конечно, боюсь. Ты не настоящий. Если человек хочет свободы, его создатель должен умереть. Ты обещал, мы всегда будем вместе. Это комната. Иди ко мне. Это я. Мама, папа. Комната желаний.